Установка Windows 8.0 на старый компьютер. Привет, друзья! С вами сегодня Изят Смарт, и в этом видео мы рассмотрим установку нашей операционной системы Windows 8 8.0. Профессиональная или корпоративная? Да я не знаю, сам здесь какие-то диски, но это восьмая винда, и мы восьмую винду сейчас будем ставить на старый компьютер. Ведь многие хотят узнать, как устанавливается именно Windows 8. Не 8.1, а именно 8 версия редакции. Это у нас Windows Blue. Блюе на этот старый комп. Давайте я вам покажу, что это старый комп. Вдруг там внутри не старый компьютер, а новый компьютер. Поэтому давайте посмотрим, что это за комп. Откручиваем. И вот она, действительно старое железо. Здесь у нас находится материнская плата BioStar. BioStar PT880 Pro A7, DDR1 оперативная память, жесткий диск на IDE шлейфе, вот таком вот IDE шлейфе, видеокарта на AGP шине FX5220, и это довольно старое железо на IDE, также дисковод, все это очень-очень старое, надеюсь, мы поставим на него 64-битную операционную систему, оперативная память на 512, здесь где-то должна быть еще одна плашка оперативки. Может быть, я его подключил? Да, я его подключил. Сейчас я сниму одну оперативную память, чтобы он не мешался здесь. Ай, неудобно так как. Ай, неудобно. Вот я снял оперативную память, и там сейчас одна оперативка на 512. Мы сейчас на него восьмую винду поставим. Так, посмотрим, какие диски у нас здесь присутствуют. Хочется узнать, что это за диски здесь. Вот, это у нас Windows 8 x86, 32-битная корпоративная версия Enterprise. Восьмая винда. Здесь тоже восьмая, не знаю какая, только здесь с левой стороны софт, а там дальше восьмая винда. А дальше здесь что? Здесь у нас Windows 8, Enter, тоже 12 в одном, ничего себе, 12 в одном, здесь плюс активатор, плюс софт, Windows 8 профессиональная, с медиа-центром, корпоративная, что там написано, корпоративная, профессионально, прогрессивно, ничего себе, еще есть, оказывается, корпоративная, прогрессивная, ах ты, какая винда, все в одном, 12 в одном, ничего себе, 32-битная и 64-битная, такую я еще не ставил, сейчас мы это все попробуем поставить, попробуем 64 бита поставить, может быть, он реально установится, да, давайте, сейчас я все приготовлю, потому что здесь клавиатуру нужно подключить, подключить мышку надо, монитор подключить, все это нужно приготовить, ведь, да? Ну что, друзья, все готово к использованию. Давайте приступим к нашей установке. Включаем наш ПК. Нажимаем на эту самую кнопку. Комп включается. Ждем. А нет, диск я забыл подключить. Вот диск, надо быстрее его подключить. Включаем. Открывайся, дисковод. Вот так вот включаем. Закрываем дисковод. Диск закрылся. А теперь смотрим, F9 тоже нажать. F9. Я не успел, да? Апдейт не успел. Жаль, сервер на Windows запускается. Я не успел. Нажимаем клавишу F9. Вот у нас клавиша F9. Надо быстро-быстро кликать, потому что если не нажать эту клавишу, то Windows, скорее всего, мы загрузимся жесткого диска. Ведь нам нужно в бут-меню попасть. F9, давай. Вот запустился. Черный экран. Вот CD-ROM. Есть хард и CD-ROM. Больше ничего нету. CD-ROM. Ждем. А надо любую клавишу нажать, не нажмете, все пропало, пиши пропало, все начнется жесткого диска грузиться. Здесь есть у нас, ничего себе, это оказывается сборка от Виктора. Я не знал, что есть такая сборка от Виктора. Я давно Windows 8 не ставил, но сейчас мы все равно поставим 80 Tab X64 на 512 мегабайт оперативной памяти. Надеюсь, это все взлетит и будет работать. Loading files, это будет очень долго грузиться, поэтому мы пока немножко отдохнем, да? Пусть он сам устанавливается, будет долгая загрузка.
а мы к этому времени поспим. Логотип Windows запускается, это 8-я так грузится. Ждем, ждем, пока это все подгрузится и подгрузится. Ну, комп, давай, шустри, 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 ну-ка грузись. Вот у нас загрузился установщик Windows. Нажимаем далее, установить и грузись давай. Только бы ты не этот кругляшок долго не выводил. Начало установки, ну давай, 64 бита мы ставим же. Ну давай, грузись. С дискового диска рассчитывать сейчас. Ох, долго, долго. Поспать что ли немножко еще? Ох, сколько здесь редакций Windows, друзья. Это просто шик. Windows 8 просто есть. Профессиональная. Windows в профессиональном volume лицензии. Профессиональная с медиа-центром. Корпоративная, корпоративная, прогрессивная есть. Windows 8 x64 все то же самое. А где здесь для одного языка? Для одного языка все же нету. Давайте выберем корпоративную, прогрессивную. Ничего себе прогрессивная еще. X64 выбираем его. Нажимаем далее. Ждем. Ну давай, грузись. Ну давай, 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 давай. Крутится. Принимаем условия лицензионного соглашения. Далее нажимаем. Выборочная только установка. О, уже разделы видит уже. Надо на все разделы удалить. Удалить, удалить. Этот раздел тоже удалить. Окей, все. Разделы снесены. 40 гигабайтов. Просто нажимаем далее. И произойдет наша установка. Наша любимая установка 8 винды. Неужели на 512 мегабайтов он грузится и устанавливается? А может это то, что сборка? Хотя нет, друзья. Сборка наоборот тяжелее. И он здесь все же устанавливается. Подготовка файлов для установки 0% и будем ждать 100%. 100% будем долго устанавливать, поэтому пока он устанавливается, мы немножко отдохнем, да? Как же он долго-долго распаковывал. Подготовка файла для установки 100% прошло. Установка компонентов. Да. Давай, давай. Забновляйся быстрее, перезагружайся. Ну давай. Установка обновления происходит. Давай завершай установку уже. Снизу вот эти хрень должна пройти до конца. Вот это все. Давай. Обновление, установка. Да, все, галочку поставишь, установка обновления. Давай, 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 давай. Все, ну не хочет он перезагружаться. Давай, давай, давай. Во, установка обновления, а теперь завершение. Давай, 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 установка. Ай, долго как долго. Я не могу ждать долго как. О, все, я нажму быстрее, нажму, перезагрузись сейчас, вот перезагрузись. О, супер, он все же перезагрузился, или нет? Нет? Чего ждешь? Во, вот и все. Теперь у нас будет подгрузка с нашего жесткого диска, да? Или нет? Еще раз повторное включение ПК. Не ждем вот логотип нашей материнской платы. Логотип Windows, Windows 8, 8.0, Windows 8 винда. На этом этапе он долго думает, думает, думает. Скорее всего, он что-то здесь устанавливает. Идет подготовка устройств. Эти подготовки устройств сейчас произойдет. Проценты побегут. Долго, долго, долго. Будем ждать. А что делать остается? Нам остается только ждать. Идет подготовка устройств. 64-67%. Ждем окончания нашей подготовки. Этой самой установки. Как приятно. Устанавливайся быстрее уже. Ну что ж ты томишь? А теперь у нас происходит подготовка. Идет подготовка. Подготовка чего? Не знаю. Ну давай ты комп, ты долбанный комп.
Ну, наконец-то произошла перезагрузка. Мы его так долго ждали. После перезагрузки должно повторное включение быть. Но все равно он не хочет пока перезагружаться долго. Думает комп, а что нам остается? Придется ждать, пока он сам перезагрузится. Вот повторное включение. Включение нашего ПК. Ожидаем запуска логотипа. Логотип Биостар. А дальше? Дальше Windows 8 должен загрузиться. А? Грузись, грузись, грузись. Загружается вот наша восьмая винда. Дальше. Где наш... Вот, кругляшочек крутится. Значит, жизнь крутится. Надо будет диск снять, да? Он же не нужен уже. Убирайте диск. Тебе ты не нужен уже. Убираем диск. Возвращаем на место, где он должен стоять. Вот так вот. Восьмая винда. Закрываем. Закрываем дисковод. И смотрим, что наш покажет дальше. Черный экран. Ну, винда восьмая. Грузись. Ну, я жду на этот старый комп. 512 мегабайтов АЗУ. Он установился почти что. Повторно у нас запускается наш логотип Windows 8 винды. Будем смотреть и ждать, наблюдать. Грузись ты, грузись. О, господи, неужели? Здесь нам нужно придумать пример. Любое имя на английском языке, только админчик. Админ. Да вот так вот сделаю, мне надоело имя придумывать. Далее. Стандартные настройки. Да, стандартные хочу. Имя компьютера, имя пользователя входа в систему. Это учетка, вот она, скорее всего, это учетка. Пароль нужно ввести, пароль мы не будем заводить. Готово, делаем. И давай, завершение настройки параметров. Неужели уже у нас винда 8 загрузится? Я сейчас наслаждусь. Ну давай, завершение настройки. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Давай, включайся. Да давай же. Давай, 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 давай. Да черный экран, давай, восьмое виндо. Ой, грузись ты. Привет, привет. Пока мы все подготавливаем. Узнайте о новых возможностях Windows. Каких возможностях еще? Давай, подготавливаешь, да. Курс контакт мониторчик, когда ваш компьютер будет готов. Да. Наведите указатель на любой угол. Мышкой надо навести с левой стороны угла или с правой стороны. Вот направо он навел. А теперь что покажет? Мы что, ничего не знаем, что ли, это все? Ну, вот для самых глупых людей показывают, кто первый раз с Windows 8 столкнулся. Наведите указатель на любой угол. На любой угол, это он справа все время наводит. А где с левой стороны? Ты почему не на левую сторону не наводишь? Ладно, он так будет висеть, наверное, долгое время. Я не буду смотреть, не хочу на это смотреть. Ждем, 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 ждем. Мы подготавливаем ваш компьютер. Это займет несколько минут. Ой, ладно, подготавливаем. Подготавливаем. Теперь у нас происходит установка приложения. Это займет также несколько минут. Ждем, ждем установка приложения. Ой, как я устал на эти разноцветные цвета смотреть. У меня глаза уже болят на это смотреть. Ну что ж ты так разноцветными цветами прям глаза мои? Ой. Ждем. Давай, ком, ну грузись ты, ё-моё. Мне поспать что ли уже? Ну, установка приложения, я, наверное, буду далеко смотреть вот так вот. О, благодать, благодать, ну давай. Ой, эх, и что это старый комп, восьмая винда на 512 мегабайтов, а все же что-то устанавливает, пытается что-то делать. Но эти приложения настолько долго ставятся. Просто наблюдать приятно, как оно устанавливается, да. Уже жесткого диска что-то грузит. Осталось еще пара задач. Какие еще пара задач? Ну, давай, уже немножко осталось. Осталось пара задач. Какие еще пара задач? Отключайте свой компьютер. Буду наблюдать, какие еще пара задач остались. Ой, ну давай уже, ну должно уже загрузиться, да? Должно уже загрузиться, да?
Ждем эти пары задач, какие произойдет. Надо не отключать свой компьютер, эти цвета. Опять эти цвета. Мои глаза. Мои глаза. Ой, это цвета. Я не могу на это смотреть, как он меняет цвет. Ужас просто. Грузись ты уже. Если вы на старый комп ставите Windows 8, то все, хана, ваши глаза будут болеть от этих разноцветных цветов. Почти готово. Вау, давай, давай, грузись. Давай, почти готово, давай. Может мне мышкой подвигать? Давай, кликай мышкой. Ну давай, 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 грузись. Почти готово. Где начинаем? Начинаем. Давай начинаем. Эти цвета меняются вечно. Я не могу уже. Мои глаза. Ё-моё. Лучше сюда буду смотреть. Не могу смотреть туда. Прям цвета так меняют. Страшно тяжело на это смотреть. Почти готово, долго будет, так почти готово. Давай я буду сюда кликать. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Теперь у нас произошло черный экран после того, что почти готово, и дальше ничего не показывает. О, подождите, что-то вышло, там что-то какое-то окошко вышло. Неужели все загрузилось почти? Личные параметры. А, это же сборка от Виктора. Чего ж ты, Виктор, делал весь сбор со сборкой? Установка личных параметров. Какие-то твики, наверное, какие-то применяются, может быть. Еще что-то происходит. Мое изображение черное. Может быть, мне что-то кликнуть? Давай, давай, давай. Ну давай. Почему черный экран? А? Мышка появилась, уже хорошо. Давай, 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 давай. О, 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 Windows 8 корпоративная, прогрессивная. А, наконец-то. Ё-моё, восьмая загрузилась. Ё-моё, а где значки-то, ё-моё? Это круто, как смотреть на все это, друзья. Это просто супер. Она подвисает, конечно. О, супер. Восьмая винда. А, рабочий стол нажимаем. Хочу рабочий стол посмотреть. А, вау, какое оформление. А посмотрите, какие значки. Это, блин, сборка ведь. Еще на рабочем столе софт есть. Активатор софты. Ну, страшно зависать, друзья. Невозможно работать. Охренеть. Я ничего не могу сделать. 512 мегабайт в АЗУ, и он страшно сильно подвисает. Ой, ё-моё. Компьютер, вот здесь программное обеспечение, Net Framework, Start 8, Unlocker, WinRAR, Архиватор, Advanced Token Manager. Мне нужен мой компьютер, чтобы отображался на рабочем столе. Правой клавишу нажимаю. Ну давай. Ой, ё-моё, да он весь отвикованный весь. Персонализация. Мне надо мой компьютер на рабочий стол добавить. А как? Видите, пуска нету. Это восьмая, точно восьмая винда, потому что 8.1 здесь такой значок есть. И на него пуск уже здесь можно кликнуть и нажать пуск. А здесь вот такое вот менюшка. Ну давай, что ты не грузишься? Ой, блин, он как зависает страшно. Охренеть, он виснет страшно, по-страшному виснет. Вот только персонализация только запустилась. Ну, 512 мегабайтов АЗУ. Вау, это что такое оформление? Виктор, молодец, блин. Изменение значков рабочего стола. Сколько тем здесь? Тем по умолчанию 3, да? Вот, компьютер добавляем, файлы пользователя, применить, окей. И теперь закрываем все это, открываем наш мой компьютер. Правой клавишей на мой компьютер. Свойства. Ой, блин, давай, грузись. Ой, господи, как долго. Windows 8 корпоративная, прогрессивная у нас сборка. Ничего себе, прогрессивная реально. 64-разрядная операционная система, 512 мегабайтов АЗУ, 2,66 гигагерц, Intel Celeron процессор.
И он страшно шумит, этот комп прям шумит очень сильно. Переходим в панель управления, посмотрим, что у нас здесь есть. Панель управления подвисает, удаление программ. На этом компьютере нет установленных программ, ничего себе. Никаких программ нету, что ли? Нажимаем обновление, тоже обновления нету в этой сборке. Нихера, он как просто грузит, просто прям задыхается. 17-27%. Ё-моё, просто не отдыхает вообще. 25% загрузки процессора, 11%, 28%. А память? Он занимает 425 мегабайтов памяти. Диск нагружен на 91%, 95%. Нихера, он грузит. Это корпоративная прогрессивная винда. А скорее всего, если это еще сборка, то вообще хана этому компу. Он реально на этот старый комп прям надрывается. Ему никакого отдыха нету. Он прям полностью загружен. Вот так вот грузится Windows 8, полностью 512 мегабайтов грузит. Из него 383 мегабайта занято, используется. Версия 6.2, сборка 92.2.0. Это Windows 8. Мы поставили 8 винду на современный компьютер. Windows 8.0 на этот древний хлам с 512 мегабайтами АЗУ DDR1. Если бы 512 не установилось, мы бы еще добавили плашку. Оперативка была бы гиг, но он на 512 мегабайтов АЗУ поставил винду. На IDE жесткий диск 40-гигабайтный. Windows 8.0, блин, я думал не установится на 512 мегабайт фазу, но он здесь установился. Поэтому если у вас старый комп, вы можете на него поставить 8 винду, но он будет нагружен на полную. Поэтому поставьте и насладитесь 8 виндой на старом компе. Ты мой друг, подпишись и на лайки не скупись. Я сниму еще видос, если вам понравилось. И зашлите мне донат, буду очень-очень рад.